Итак, друзья, здравствуйте. Сегодня в течение часа мы с Марией Луговских хотим показать очень интересную и важную информацию, где будет обзор продукции Fitline, а также очень много интересных и важных фактов. Но для начала я представлю вам Марию. Это трижды лауреат международных молодых ученых. Это человек, который является мамой троих деток. Это лор-хирург. И у нее более 3 лет с гемосканированием, врач восстановительной медицины. Машенька. Отлично. Тогда я позволю себе представить Марину Лавренюк. Это диетолог-реабилитолог, магистр комплементарной медицины, которая проходила обучение в Германии, получала образование. Провела более 14 тысяч исследований как диагност. Имеет 1000 благодарных клиентов по всему миру. И более того, это замечательная жена, дочь и мама 5 детей, и даже уже бабушка для одного замечательного внука. И если взять наш суммарный опыт работы с добавками, вот мой и Маринин, то он составляет уже более 30 лет, поэтому мы сегодня, то, о чем мы сегодня говорим, мы знаем, понимаем и хотим вам донести ценность той информации, которая сегодня пришла в нашу жизнь, за которую мы благодарны судьбе, что она просто есть, потому что это здоровье нашей семьи, в первую очередь, здоровье наших близких, и мы хотим донести это до других людей. Поехали, Марина, давай следующий слайд и конкретно, да, о чем же мы сегодня расскажем? Да, мы кратко и лаконично. 14 месяцев назад волей судьбы и личных поисков, запросов, потому что за 10 лет я изучила сотни компаний, 14 месяцев назад, чуть больше года, я узнала о продукции Fitline. И узнала настолько детально и досконально, что это влюбило меня просто как эксперта, как скептика, как человека из медицины в эту продукцию. И вот на этом слайде вы сейчас видите важнейшие факты. То, что меня впечатлило, скорость работы. Это технология NTC, более 70 патентов, 100% натурально. Для меня это тоже всегда важно. И производство. Фармацевтический завод зондового питания, где делают еду для спортсменов, для грудных детей, для реанимации. И, конечно же, 350 ученых научный совет. Я никогда не видела компанию, чтобы было столько ученых в научном совете. И вот, конечно, то, что опережает конкурентов на 15 лет. Качество GMP, которое контролируется, само производство контролируется государством Германия. Машенька, расскажи о сертификатах, пожалуйста. Так, Мария. Окей, Мария сейчас, значит, будет подключаться. Может, что-то у нее со связью. Тогда я расскажу о сертификатах. 100 инновационных продуктов. Есть такой рейтинг. Компания входит уже туда 18 или даже 19 лет. Но с 16 года постоянно на первом месте. Именно за скорость, безопасность и за инновационность. И лаборатория Тюсюд, которая подтверждает, что данный продукт безопасный. Лаборатория Тюсюд, она действительно проверила каждую баночку, каждый состав. И есть теперь QR-код на каждой баночке. И это тоже дает очень большую уверенность. Ну и GMP Made in Germany – это тот сертификат производства, который дает мне лично полное спокойствие, когда я не только сама лично пользуюсь, но и рекомендую данный продукт. Потому что этот стандарт качества контролируется государством, юридическое, даже криминальное, может быть, наказуемость за то, что они будут отступать от положенных технологий или стандартов. И концепт NTC на каждой баночке – это как раз и есть вот эта фишка, особенность компании, и то, что продукт можно всем спортсменам даже во время Олимпийских игр, подтверждает список Кёльнский лист и этот сертификат. Ну и, конечно же, Ассоциация прямых продаж тоже отметила данный продукт как высокого качества продукт, халяль, кошерности, суперкошерности, все это тоже присутствует, и мне лично это очень-очень нравится. Машенька? Да, меня очень вдохновило то, что в этой компании огромный такой, знаете, мощный научно-медицинский совет, мировая элита научного мира, это Люксембургский институт науки и технологий,
Институт Верхней Австрии. Более 350 ученых со всего мира сегодня интегрируют свои знания, создавая технологию, уже создав технологию, и то, что сейчас они новые продукты разрабатывают, технологии все время усовершенствуются. Именно поэтому продукт опережает время на 15 лет все имеющиеся БАДы. И давайте посмотрим, в чем же заключается смысл вот этой технологии, какая ценность для нас с вами сегодня открыта в этом продукте. На следующем слайде вы видите, Марина, на следующем слайде вы видите максимальная биодоступность таблеток, капсул, она 30% – это потолок, в лучшем случае 5-10%, 30% максимум. И если просто посмотреть по этапам, как происходит усвоение веществ, то мы понимаем, что часть таблеток просто не растворяется в кишечнике, вернее, не растворяется и не усваивается через желудочно-кишечный тракт. Часть таблетки остается связана, ну, видите, организм воспринимает таблетку как чужеродное вещество и вырабатывает вещества на защиту от тех факторов, которые попадают в организм, и тем самым тоже блокируется часть вещества. Плюс уже на уровне клеточной мембраны, тоже биодоступности, если вещество не адаптировано, если оно синтетическое, мы вообще про это не говорим, там усложняется биодоступность вещества, потому что это как зеркальное отражение LED-изомеры, натуральные, химические, и про химические мы вообще не говорим, мы только про натуральные, потому что химические, они же еще и вредные витамины, да, то есть это тоже сегодня доказанный факт. А вот если мы говорим про натуральный, то вот этот продукт FitLine, это продукт, который хорошо растворим в воде. Есть понятие размешать в воде можно, да, а есть понятие растворить. Так вот, в нашем случае технология NTC – это очень сложный комплекс, в каталогах подробно описано, мы на наших лекциях тоже об этом говорим, но сегодня мы хотим показать суть, что технология NTC – это уже готовый для нас продукт, который максимально усваивается через желудочно-кишечный тракт, легко и просто проходит по кровеносному руслу, попадая в клеточки и в ткани, и очень легко проходит через клеточную мембрану, попадая непосредственно в клетку, запуская все обменные процессы, которые нужны. Да? Там каждый витамин, каждый микроэлемент за свое отвечает. Что это значит для нас с вами? Что, во-первых, это повышается эффективность, и очень важно, что получается экономично, да, то есть мы не переплачиваем. Если взять, допустим, таблетки, капсулы, вот мы сейчас сказали, а если взять гели, в гелях ведь тоже мы переплачиваем за воду, за гель, вот эту саму матрицу. Поэтому очень важно понимать, что сегодня у нас в руках не только высокотехнологичный продукт, эффективный продукт, но еще и экономичный продукт. Это было для меня очень важно в принятии решения. И не зря есть такая сейчас фраза: человек ест. Есть не то, что он ест, да, не только то, что он ест, но и что усваивает. Поэтому очень важно усвоение, и мы сегодня об этом тоже очень хорошо поговорим, потому что есть специальные продукты, которые помогают восстановить эту функцию в организме человека. Именно восстановить усвоение вообще питательных веществ, и это очень грамотный подход со стороны компании. Итак, подводя итог, за счет технологии NTC у нас есть максимальная биодоступность, и вот эта эксклюзивная концепция транспортировки питательных веществ, это ключевое отличие наших добавок, да, нашей линеечки FitLine от всего, что есть на рынке. Марина. Добавила бы, что еще это все очень-очень вкусно. Если таблетки, капсулы, ассоциация сразу, что ты болен и ты лечишься, то когда пьем мы коктейли, мы наслаждаемся, вот именно наслаждаемся и вкусом, и жизнью. И если зайти в сам бэк-офис, компания предоставляет партнерам компании вот такие замечательные слайды, где есть отчет по клиническим исследованиям, также в литературе компании мы можем увидеть. И я хотела бы, чтобы ты, Маша, как доктор, прокомментировала данный слайд, и пойдем дальше. Да, здесь для меня было очень важно наличие двойных плацебо-слепых контролируемых исследований, потому что это наивысший уровень доказательной базы сегодня имеет в современной медицине. И что нам показывает компания? Она проводила исследования, вот ученые, да, я привела в начале Люксембургский институт науки и технологий, Институт Верхней Австрии, на базе клиник Германии проводятся эти исследования, и они подтверждают, что если сравнивать усвоение цинка, например, да, вот в данном случае по цинку проводили исследования из мультивитаминно-минерального комплекса и из Restorate нашего комплекса для восстановления именно дефицита микроэлементов в организме.
у цинка здесь биодоступность выше, то есть получается усвоение выше было больше, при том же самом количестве заявленного вещества усвоилось в клеточку больше. А если взяли Activise, да, вот следующий показатель Activise, и здесь получается витамин B6, B9, фолиевая кислота, и витамин С, и тоже сравнивали с мультивитаминными комплексами, то у Activise было показано на порядок выше. Да, вот светло-синенький столбик – это мультивитаминный комплекс, и темно-синенький столбик вот на каждом исследовании вот, – это как раз витамины, усвоение витаминов из Activise. Вот, поэтому, покупая то же самое количество действующего вещества, получаете здесь просто в несколько раз больше пользы. Вот мы о чем говорили, что это еще экономично. Я была в восторге, когда я поняла, что вот эти вот небольшие ложечки, которые входят в состав наших баночек, да, это микродозы, которые работают так замечательно, но об этом мы чуть позже поговорим, каждый продукт, как, за счет что, что в нем происходит. Итак, по куркумину проводились исследования. Куркумин – это вещество, которое входит у нас в большое количество продуктов, и Basic, и Gelinfit, и так далее. И было доказано, что биодоступность куркумина, вот такой красный график, да, получается вверх, и потом сохраняется высокая такая линия, это выше в 45 раз, в отличие от обычного куркумина. Вот, то есть по технологии NTC биодоступность намного выше. Что это значит для нас с вами? Мы знаем, что растения, травы, они работают за счет синергии. И если одно вещество активнее усваивается, соответственно, и те, которые с ним работают в комбинации, будут тоже максимально усваиваться. И получается, мы вроде бы покупаем по составу тот же вот Gelinfit, да, мы покупаем хондроитин, глюкозамин, но тут аюрведические травы, и в том числе куркумин, и биодоступность этого продукта становится в десятки раз лучше, выше, и, соответственно, эффективность выше за счет вот научных исследований, которые нам приведены. Опять же, за счет технологии NTC. Марина? Просто если взять и оценить для тех людей, кто не понимает в этих графиках, объясню вам. Скорость работы продукта приравнивается к парентеральному введению. Через 2-3 минуты мы видим уже результат применения данного продукта, а иногда даже через 10 секунд. Что касается вообще многих людей, они не знают, с чего начать, что применить, они не знают, как что скомбинировать. Но в данном случае за нас уже подумал научный совет. Есть оптимальный сет, который решает 80% здоровья, и этот оптимальный сет для нас с вами очень прост в применении. Это всего 2 коктейльчика в день. Basic, Activise и Restorate. И концепция 24 часа в сутки. Наши клеточки находятся под присмотром, под заботой вот именно вот этих ингредиентов. И, конечно же, очень призываю вас распорядиться так своими финансами и покупками, чтобы у вас минимум на 3 месяца было, потому что это цикл обновления клеточек среднестатистический. И вот именно это как гарантия, знаете, компания выступает в виде гарантии, то есть если вы в течение даже первых 30 дней не увидите улучшений, не увидите смысла продолжать, вы можете вернуть в компанию продукт, открытые коробки, баночки, и компания вернет вам 100% денег. Где? Какая аптека или какой курс лечения в клинике, в лечебнице дадут вам гарантию, что вам действительно поможет и станет лучше. Хотя эти продукты не являются лекарством, но я лично называю это санаторий на дому. Итак, поехали. Маша? Базовый продукт, визитная карточка компании Premium International. Это продукт Activise. Целый комплекс вы видите сейчас на своих экранах. Это полноценный комплекс витаминов группы В. Это витамин С. Это также ламинария и это гуаранин. То есть плюс экстракт водорослей. Это такой богатый состав, что он делает для нашего организма? Конечно же, дает энергию восстановления нервной системы, питания нервной системы. Самое главное, особенно в условиях сейчас современных вирусов, которые активны и агрессивны, Activise дает плюс 10% кислорода. Люди, которые даже сейчас
болеют коронавирусом и принимают Activise, у них сатурация кислорода в крови всегда 98-99%. Это вы можете отследить сами, это очень просто увидеть. Но мы говорим, что Activise нужен каждому здоровому человеку, потому что он помогает нам поддерживать здоровье нервной системы, напитать наши клеточки и допустить кислород в наши ткани. Вот. На Activise очень много исследований проводилось. То есть, и, вы знаете, это такой продукт, который является базовым, потому что проблема гипоксии – это пусковая точка в развитии патологии опорно-двигательной системы, сердечно-сосудистой системы. И восстанавливая уровень кислорода в крови, мы восстанавливаем организм в целом. Марина? По поводу Activise могу единственное сказать, что здесь, как в спорте, как, например, какие-то физпроцедуры, все нужно начинать поэтапно. Поэтому главное начинать с небольших доз, а потом уже смотрите по обстоятельствам. У меня муж принимает по 3 мерных ложечек 5-7 раз в день. А так обычно люди принимают по одной ложечке один раз в день, ну до 3 раз в день. А если взять еще Activise, за счет B-комплекса он формирует стрессоустойчивость, и то, что говорила Мария, возвращает кислород в нашу кровь. Это мощнейшая профилактика анемии, это сохранение и восстановление также наших сосудов. И это возможность уйти с кофе, это возможность уйти с депрессии. И очень важно знать, что флеш-эффект покраснения проблемных участков кожи – это не аллергия. На Activise не бывает аллергии, здесь нет никаких синтетических, искусственных, там, аллергических компонентов. Он совершенно гипоаллергичен, но вот те покраснения, это и есть возвращение микроциркуляции кислорода в ткани, мы позже об этом еще расскажем. Вот вы видите по поводу энергии наш волшебный гуаранин, тот, который уже видели в составе, он на 8 часов дает подъем энергии, в отличие от кофе, и нет резкого спада. Гуаранин не изнашивает нервную систему, как кофеин, и это очень ценно для тех людей, кто хочет сохранить себя очень-очень надолго. Маша? Да, вот сейчас дальше мы покажем, как выглядит флеш-эффект, да, чтобы вы представляли, что можно ожидать. Конечно, не все люди, на следующем слайде, Мариночка, не все люди получают этот флеш-эффект, но кто получает, очень радуется, потому что понимает, что кислород, вот этот эффект сауны, да, когда кислород пошел в ткани, когда микроциркуляция улучшается, когда запускаются обменные процессы в том ритме, как они должны быть. Вот, людей очень радует. Чтобы вы не пугались, мы вам решили сразу показать, поэтому это эффект, который описан официально в справочнике компании. Это происходит за счет витамина В3, расширения сосудов. Все это происходит физиологично, и через 10-15, максимум 40 минут все восстанавливается. Когда говорим об истинной аллергии, там, конечно, быстро не восстанавливается, здесь идет, ну, там другие механизмы активизируются, да, чтобы вы просто знали и понимали это. И вот если подвести итог по Activise, да, вы представьте, сколько нужно покупать витамина группы В, даже не беря С, ламинарию там, и так далее, да, сколько нужно покупать витаминов В, чтобы полноценно восполнить тот дефицит, который сейчас есть. Причем это натуральные. В аптеках очень сложно найти натуральные витамины, да, и в многих компаниях тоже найти 100% натуральное сложно. А Fitline отличается тем, что это 100% натуральный продукт, который вот так работает эффективно, и флеш-эффект – это специально заложенный учеными эффект в продукт, чтобы вы могли сразу оценить, да, действительно, продукт работает, в ткани уже попадает, вот, и люди самодиагностируются, то есть знают же, где какие проблемы, то есть если у кого шея болит, там, или рука, да, там что-то продуто, просквозило, то в этом месте будет очень выраженный флеш-эффект, и, соответственно, люди понимают, да, продукт умный, он работает, он находит проблемную зону и работает именно с ней. То, о чем мы говорили в самом начале, об эффективности, то есть нужно не просто принимать добавки, нужно, чтобы они были эффективные. Поэтому вот просто подтверждение этой эффективности. Марина? Именно Activise усиливает действие любого продукта. Он просто как ледокол откроет спазмированные сосуды, он поможет сделать правильную реологию крови, разжижение крови, почему кислород, сатурация, все присутствует в норме. И он поможет даже улучшить мышечный тонус, который позволит нам с вами вдыхать, выдыхать, все это, чтобы легкие работали,
диафрагмой, межреберной мышцей, не только. Поэтому Activise – это ключевой продукт, который входит в оптимальный сет. И вот второй продукт, который мы утром добавляем к Activise, это Basic. Basic нужен нам для того, чтобы восстановить желудочно-кишечный тракт, потому что это и есть корень нашего растения, корень нашего организма. Это и есть фабрика всевозможных полезных веществ и утилизация тоже всего ненужного. Поэтому Basic восстанавливает и работу поджелудочной железы, желчного, печени, желудка. Он даже восстанавливает pH нашей слюны. И он очень хорошо влияет на слизистую тонкого, толстого кишечника. Там есть растворимая и нерастворимая клетчатка. Растворимая клетчатка усиливает барьер, вот именно, чтобы не запустить бактерии в организм дальше. А нерастворимая клетчатка работает как метла. И здесь есть пробиотики и пребиотики, то есть бактерии, которые должны обновить нашу микрофлору и создать тот вот фон, микробиом, восстановить микробиом, который будет сделать так, что наше тело благоухает и усваивает, и вырабатывает. И, конечно же, есть все это усилено аюрведой, и есть и антиоксидантов очень-очень много, и очень много витаминов, и есть пектин, который будет снимать воспаление. Хочу сказать, что Basic делает так, что кишечник работает просто как часы. У людей исчезают 20-летние даже запоры, и мы получили результат даже у маленьких детей с долихосигмой, когда у них раз в 6 дней с клизмой они могли опорожнять кишечник, то благодаря Basic'у буквально по третьей части пакетика с водичкой, это манго, апельсиновый вкус, и детки уже через пару дней самостоятельно, впервые за 6 лет, ну, это просто несколько частных случаев было отзывов. Сейчас уже у нас используют, те врачи, кто знают, используют не как лечение, а как правильное питание во время, ну, скажем так, ведения пациента. Маша? Да, базовый продукт Basic – это золотой стандарт гастроэнтеролога. И с одной стороны очень вкусно, с другой стороны очень полезно. Я бы вот позволю себе добавить еще, что здесь ферменты. Ты сказала, что работа поджелудочной, печени, да, то есть все для этого в помощь. Вот именно растительные ферменты, которые входят в состав Basic, помогают нам восстановить тот дисбаланс, который есть по поджелудочной железе у 90% людей. И про бактерию Reuteri. Хотелось бы сказать, это та удивительная бактерия, которая входит в состав, она вырабатывает реутерин. И когда человек употребляет, а получает сразу не только восстановление пробиотики, ну, как пробиотики, да, для желудочно-кишечного тракта, но это антибактериальное, антигрибковое, против простейших действий. То есть мы принимаем базовый продукт и получаем и антиоксидантную защиту, и очищение кишечника, и противовоспалительные эффекты, да, то есть, ну, если где-то есть слабо выраженные процессы воспалительные, здесь тоже работает и куркумин, и реутерин, вот так, да, то есть, ну, это шикарные продукты, и не зря мы вот поместили эндоскопию кишечника, то, что сейчас на слайде, да, вы видите, что большинство людей страдает вот таким загрязненным кишечником, и здесь мы видим, как Basic, ну, конечно, это просто фотокартинки, это не из исследований, сразу говорю, просто мы понимаем, как работает продукт по многочисленным нашим наблюдениям, что идет очень качественное восстановление работы кишечника, и люди с благодарностью говорят об этом продукте. Пойдем дальше, Марина. Какой еще следующий у нас базовый продукт? Представь нам Я его, хочу пожалуйста. Сказать по поводу Basic, что в маленьком пакетике, где 12 грамм всего сухого вещества активного, это эквивалент 9 порций овощей и фруктов. Мария? Ну, это круто. Вот он мой любимый продукт, один из любимейших продуктов Restoray. Комплекс микроэлементов. Следует сказать, что микроэлементы в составе Restoray находятся в карбонатной форме, что позволяет долго сохранять
вещества не по, без ну, потери свойств. Вот, и переходит, когда мы делаем вечерний коктейль, Restorate предназначен для вечернего приема, они переходят в цитратную форму. Цитратная форма легко усваивается организмом. Когда мы размешиваем Restorate, нужно подождать буквально 30 секунд, там, до минуточки, происходит реакция, и цитратная форма легко усваивается организмом. Почему вечерний коктейль Restorate? Потому что биохимическая лаборатория организма включается на очищение, на выведение, на лимфодренаж очень хорошо в ночное время. Вот. И поэтому Restorate ну, в обычной повседневной жизни применяется один раз на ночь. Но если люди хотят снизить вес, да, то Restorate по инструкции можно использовать три раза в день после приема пищи через 30 минут. Либо если человек простыл, простуда какая-то, да, то Restorate нужно использовать 2-3-4 раза в день по рекомендации наших штатных докторов компании, вот, смело, потому что это хорошая и противовирусная защита, и ощелачивание организма, и выведение токсинов, то есть здесь за счет цинка, за счет меди, за счет, ну, как бы вот этих веществ, честно, аюрведических трав, которые входят в состав витамина D3, о нем сейчас очень много говорят, что он очень важен для профилактики многих заболеваний, в том числе ОРВИ, и даже если человек перенес тяжелое заболевание, да, в виде простудных современных пандемий, то витамин D3 нужен для восстановления организма. И здесь его добавили в достаточном количестве, чтобы вы могли восполнить тот дефицит, который есть. Restorate обеспечивает и нормализацию сна, и обеспечивает восстановление кислотно-щелочного баланса. Я еще раз повторюсь, а это мощнейшая профилактика онкологии. Еще ученый Отто Варбург в 1931 году получил Нобелевскую премию за то, что доказал, что в щелочной среде и в среде, где достаточное количество кислорода, не развиваются онкологические клетки. Друзья мои, это Нобелевская премия, это научно доказанный факт, но люди страдают от гипоксии и от закисления организма, поэтому развивается онкология в очень, ну, знаете, таком серьезном сегодня масштабе, и мы можем заниматься профилактикой ежедневно, вкусно, легко, удобно и эффективно вот благодаря этому продукту. Здоровый крепкий сон, крепкие зубы, уходит налет, зубной налет, об этом говорят многие стоматологи своим пациентам, когда люди, применяя Fitline, приезжают к ним, они говорят: о, у тебя что-то с зубами происходит другое. Ну, это из разряда результатов. Результатов у нас очень много. Если вам интересны результаты, то у нас есть специальные чаты в Telegram. Попросите, чтобы вас туда добавили, и вы можете ознакомиться с большим количеством результатов людей, которые сегодня благодарны Fitline. Итак, Марина. Ну, по поводу Restorate добавлю только, что он... Когда мы лежим горизонтально, почки работают на 40% лучше. И вот когда мы спим, вот это ощелачивание, которое происходит за счет микроэлементов и антиоксидантов, мы получаем очень хорошую и очистку, и восстановление также наших хрящиков, суставчиков, тогда именно, когда нет нагрузки на наш опорно-двигательный аппарат. И вот как кирпичик за кирпичиком, как 3D-принтер, наш организм выстраивает при помощи данных продуктов, того же Activize, Basic и Restorate, наши ткани именно так, как задумала сама природа. У нас в ДНК прописаны такие процессы, как регенерация, саногенез, то есть самовосстановление и исцеление. И Restorate, он очень хорошо может размыливать те кальцинации, которые у людей уже присутствуют в виде камней, там камни в желчном, почках, простате, на зубах, или там синдром сухого глаза за счет тоже отложения уже солей, или суставчики, артрозы, артриты. Все это, когда нарушен водно-солевой обмен, Restorate это очень хорошо разруливает. И он также влияет на углеводный обмен. И за счет этого это профилактика и сахарного диабета. И очень хорошо данный продукт подходит тем, у кого уже есть первый, второй тип. Потому что это это еда, прошу прощения, не являясь лекарством, данный продукт помогает самоисцелению организма. И вот у компании настолько интересные, правильные подходы в создании продукта. Вот они знают, что у современных людей
уже большой именно сбой в работе желудочно-кишечного тракта. У 95% застой желчи. Ну, или там печень плохо работает, или атония желчного, или неправильная концентрация желчи. Поэтому эмульгация жиров нарушается. Эту желчь должна активизировать поджелудочная, выделив поджелудочный сок, для того, чтобы произошло именно расщепление до состояния мицелл, должна включиться еще лимфа. И у людей 80% населения не работает нормально поджелудочная. И если взять вот все эти факторы и сложить, люди кушают много жирной пищи, но не усваивают вот эти полиненасыщенные жирные кислоты. Именно поэтому процветает Альцгеймера, Паркинсона, именно поэтому падает зрение, очень снижается работа и головного мозга, и суставчиков. И поэтому компания уже изначально мицеллировала жиры. И здесь мы какие знаем жирные витамины? Витамин А, витамин Е, это жирорастворимые, да? Витамин Д, омега, коэнзим Q10, лютеин, изофлавон. И компания все это подготовила нам к усвоению, поэтому степень усвоения 98%. И вот очень хочу, чтобы Машенька прокомментировала, как это происходит. Вот именно в клеточку. Очень классный слайдик. Да, я хочу обратить ваше внимание. Да, хочу, спасибо, Марина, хочу показать вот вам на примере вот этой простой картинки, цветной, яркой, красивой, да, зелененькой стрелочкой показано, как жир легко проникает через клеточную мембрану. Это как раз мицеллированная форма жира, что в норме должен делать наш организм при правильной работе печени, желчного пузыря, правильном кислотно-щелочном балансе. То есть, когда мы употребляем жиры, организм переводит те жиры, которые мы съедаем, в мицеллированную форму. Но то, что вот ты уже сказала, да, проблема 21 века – это проблема ЖКТ, и, соответственно, организм не справляется с этой функцией, поэтому ученые компании Premium International разработали такой продукт, в который вот омега, коэнзим, мы сейчас говорим о базовой программе для сохранения здоровья, и этот продукт, он в легко усвояемой мицеллированной форме. Это ноу-хау, когда мы опускаем, ну, как бы капаем несколько капель омеги в воду, она растворяется в воде. Жир растворяется в воде. И именно такая форма жира легко усваивается нашей клеточкой и, соответственно, повышается эффективность, и мы чувствуем эффект, что продукт работает. И если мы посмотрим на эту же цветную картинку, да, мы видим, как жир подходит к клеточной поверхности, красная стрелочка, и остается в межклеточном пространстве. Он не может проникнуть в клетку. Вот в чем сейчас современная проблема. Можно тоннами есть эту омегу-3 в капсулах, и она не работает. Вот. Можно пить коэнзим Q10 в тех формах, которые в капсулах сейчас есть, и он почему-то не работает. Об этом сегодня говорят наши ученые. И когда ты слышишь врачей, практиков, которые с болью говорят об этом, что, друзья мои, многие препараты сегодня не работают, хотя коэнзим Q10 – это Нобелевская премия, да, доказано, что он нужен организму, что он снижается с возрастом, но здесь мы видим, мицеллированная форма позволяет веществу усвоиться клеточкой, и даже несколько капель этого жира в такой легкодоступной для клетки форме получается более полезно, чем целая горсть таблеток и капсул этих же жиров, да, но в другой форме. И вот посмотрим, ты уже назвала эти жиры, но давай на следующем слайде еще раз покажем, какие 4 вида продукта есть в компании. Ключевые – омега. Мы знаем, омега – это здоровье головного мозга, иммунитета, хорошая кожа, опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система. Омега нужна везде. Даже вот сам факт, что 3% серого вещества головного мозга – это не что иное, как омега-3. Поэтому даже самым маленьким деткам уже нужно давать омегу. И раньше давали рыбий жир, да? А сегодня, к сожалению, как бы, ну, мир поменялся, и та омега, которая есть, она вот, ну, не усваивается, потому что желудочно-кишечный тракт не работает так, как нужно. К мицеллированным жирам у нас относится коэнзим Q10, лютеин для зрения. Обратите внимание, у нас есть отдельная лекция по зрению, сколько благодарных отзывов людей, которые начинают употреблять лютеин Fitline и получают результаты. Вот душа радуется за то, что реально работающий продукт. Лютеин – это, как знаете, защита нашей сетчатки
от ультрафиолетового спектра света, да, не излучения, а именно света, лампы энергосберегающие дома, компьютеры, сотовые, все, что дает нам вот этот синий свет, он повреждает сетчатку глаза. И лютеин, он как защита, как внутренние очки препятствует прохождению этого вредного спектра синего цвета и тем самым защищает наши фоторецепторные клетки. И, конечно же, сюда входят изофлавоны. Давай мы про них чуть попозже, потому что у нас это как отдельная группа именно для восстановления гормонального фона. Марина, если можно, следующий слайд, пожалуйста. Я хочу показать коэнзим Q10, о нем начала говорить. Это тот ключевой продукт, который входит в программу базовый жизненный тонус, да, мы сейчас говорим о той базе, которая создана в компании для того, чтобы мы могли 80% своего здоровья получить благодаря этому комплексу. Так вот, посмотрите, друзья мои, у нас с возрастом происходит снижение. На первом графике мы видим снижение количества коэнзима Q10 в организме, и научно доказано, что уже даже после 35 лет это количество коэнзима резко уменьшается. И что нам нужно? Нужно его восполнять, потому что коэнзим – это наше сердце, это наша энергия. Энергия в том числе для иммунных клеток в защите от вирусной инфекции. И на этом же слайде мы опять же приводим данные исследований научно-медицинского совета компании. А я еще раз повторюсь, это ядро научного совета. 350 ученых, институты мировые стоят здесь. Это не один, не два, не три ученых, это несколько институтов, которые интегрируют свои знания по физиологии, биологии клетки, анатомии, патофизиологии, патоанатомии. Это мировые имена сегодня здесь, чтобы создать для нас действующий продукт. И они провели исследование с коэнзимом Q10. Вы видите два графика, столбики, да, такие. Коэнзим Q10, светло-голубой столбик, это усвоение капсулированного коэнзима, и темно-синий столбик, да, такая высокая уже диаграмма, вот насколько превосходит усвоение мицеллированного коэнзима в отличие от обычного коэнзима. Поэтому наши специалисты сегодня, у нас есть шикарная лекция Валерия Павловича Степуры, Светланы Тимощук, это ученые, практики, которые говорят, что коэнзим Q10 здесь, Фитлайн, он работает, и они счастливы, что нашли сегодня продукт для своих пациентов. Марина. Ну, второе название коэнзима – убихинон, то есть в переводе с латыни – существующий везде. Это витамин молодости, это витамин обновления. И действительно, чтобы не знать, что такое инфаркт, инсульт и гипертония, чтобы не знать, что такое износ нашего тела, нам обязательно нужно пополнять этот запас. И ученые, мировые ученые утверждают, что если коэнзима будет достаточно, то человек может дожить до 120 лет в высочайшем уровне здоровья. Я думаю, что всем нам эти 120 лет пригодятся, потому что в здоровье, в светлой памяти с омегой можно создать очень много всего и быть, конечно, образцом для своих следующих поколений. Вот как раз по поводу поколений. Хочу вам сказать, как мама 5 детей, как бабушка уже одного внука, я просто обожаю Junior. Этот продукт действительно не имеет аналогов. Здесь 24 растения, ферментированных, уже подготовленных. То есть есть уже изначально вот такая формула, на которой, благодаря которой все обменные процессы происходят хорошо. И мы видим, как оживает нервная система, если она была перевозбужденная. Да, сейчас часто у детей синдром дефицита внимания или гипердинамия. Мы видим, как благодаря джуниору это все начинает стабилизироваться. А есть детки апатичные, которые не могут учиться, не могут усвоить материал. Опять же, джуниор и в сочетании именно с омегой шикарно восстанавливают желание познавать этот мир и развиваться в любви и радости. И интересно, что среди 24 растений 6 антипаразитарных, ну там лук, чеснок, куркума та же, и бузина, и еще там несколько. И очень много здесь компонентов, здесь именно сбалансированные витамины, минералы, есть антиоксиданты, есть нежнейшая клетчатка и очень много инулина для того, чтобы размножались правильные бактерии. И этот продукт, он не только деткам нужен, он также очень ценен беременным женщинам, которым надо и ребеночка создать здоровое, себя сохранить, кормящим, у которых повышенный идет расход всех полезных веществ. Конечно, людям после операции, которым нужно восстановиться очень-очень быстро, и людям пожилого возраста, такого, знаете, золотого, элегантного возраста,
когда уже совершенно не те обменные процессы, когда уже замедленные обменные процессы, когда уже нужна нежная клетчатка, когда не надо много энергии из Activize, а нужна такая спокойная, размеренная программа восстановления. Поэтому этот продукт Junior, он где-то около 20 раз усовершенствовался уже в этой компании. И нет здесь сахара, здесь есть для сладости стевия, есть немножечко углевода в виде фруктозы и декстрозы, по-моему, ну, может, фруктозы, но это для того, чтобы запускать обмен веществ. Все эти виды углеводов быстро сгорают в процессе работы клеточки, поэтому мы имеем защиту ребенка в плане даже, ну, как бы от сахарного диабета, и данные продукты, не являясь лекарством, творят просто чудеса. У детей исчезает лактозная непереносимость, у детей исчезают разные дерматиты. Ну, я просто вижу даже, что те, кто там заболевают, они могут усиленно принимать Junior и быстрее, намного быстрее выздоравливать. Очень быстро заживают разные переломы, послеоперационные рубцы благодаря продукту, потому что это и есть то питание, которое уйдет в клеточку и запустит процесс очень качественного деления и обновления. Маша? А я хочу еще добавить, что здесь вот обратите внимание, витамин А, Е – это жирорастворимые витамины, витамин D3 – это жирорастворимый витамин, и они также входят в состав джуниора, детского коктейля, и они также в мицеллированной форме, поэтому они усваиваются очень хорошо. И подводя итог тому, что мы сказали, есть базовая программа для взрослых людей, это Basic, Restorate и Activize, а для детей и для ослабленных очень людей, либо для беременных женщин, это Junior, то есть три в одном, вот, именно в этом коктейле. Вот базовые комплексы, Марина, можно, если следующий слайд, пожалуйста. Такие основные потребности, то есть вот смотрите, в центре у нас с вами жизненный тонус. Это Basic, Activize, Restorate и два ключевых продукта из жиров. Это омега и коэнзим Q10. Но люди хотят стать, ну, оставаться молодыми, либо немножко омолодиться. И это сейчас реально с компанией Premium International есть направление антиэйдж. Дальше посмотрим, какое есть у нас еще направление. Для антиэйдж у нас в основном идет как бы бьюти. Углеводный обмен мы уже говорили. Здесь у нас включается еще биойогурт, мы сейчас тоже его представим. Следующий, Марин. Да, сердечно-сосудистая проблема. На самом деле, смертность номер один на планете Земля, причина смертности, несмотря на то, что так прогрессирует онкология и сейчас вот разные вирусы, но сердечно-сосудистая до сих пор в зоне риска, и данный продукт действительно помогает восстановить наши сосуды, сделать их эластичными и чистыми от холестерина, восстановив липидный обмен. И благодаря активайсу кислородом насыщена каждая клеточка, и это действительно очень здорово работает с разными направлениями в области сбоя работы именно сердечно-сосудистой профилактики. Маша. Да, сердечно-сосудистые у нас дополнительно еще и иммуноген, да, вот мы сейчас про него скажем. Аллергические, аутоиммунные заболевания, есть специальный продукт Zeeschulz, йогурт, D-drink, то есть в этом направлении мы тоже, у нас есть комплекс продуктов. Давай посмотрим все направления, и тогда мы уже дальше сможем сказать по продуктам, Мариночка. Какие еще у нас есть? Заболевания желудочно-кишечного, опорно-двигательного аппарата, инфекционные, паразитарные изменения и онкологичные заболевания. Вот я расскажу о бьюти, потому что это мои картинки. Вот у меня, мне 42 года, до 41 года я была уже с 30 лет очень седой, много в жизни испытаний было. И вот когда я увидела, как уходит седина, я быстренько сделала фотографию, думаю, вдруг будет еще лучше. И действительно, сейчас около 80% седины ушло. У людей восстанавливается тургор кожи, и морщинки, если уходят на коже, то, поверьте, морщинки уходят и на органах, и у компании есть клинические исследования, вы видите сейчас проценты, 10% плюс эластичность, 12% улучшает рост ногтей, 14% гидратацию, это водичку возвращает, на 32% уменьшает морщинки, друзья мои, без каких-либо сложных аппаратных косметологических процедур и инъекций. 42% улучшает микроциркуляцию, на 42% уменьшает ломкость ногтей и на 65% концентрацию коллагена. В составе те компоненты, которые помогают нам запустить в работу нашу клеточку после бьюти, у нас ДНК настолько... вот после бьюти наши клетки начинают сами
синтезировать, генерировать, производить и коллаген, эластин, и вот эти фибриновые нити, все то, что отвечает за нашу эластичность. И состав – это то, что вы видите на экране, витамин С, Е, биотин, пептиды коллагена и разный спектр витаминчиков, но наша волшебная медь и цинк, которые обязательно должны быть присутствовать. Маша? Поэтому мы переходим на супер антиоксидантную защиту Зайшульц, наивкуснейший продукт, который, не могу не сказать, как я отреагировала на реакцию своего сына. Он говорит: мама, ничего, что я сегодня пятый стаканчик пью, да пей на здоровье, витамин А, С, Е, селен сюда входит. Это защита, антиоксидантная защита клетки, это защита от онкологии, это укрепление иммунной системы, это профилактика аллергии и включается в том числе в комплексы при поддержке организма при аллергии. Вот. И здесь содержатся биофлавоноиды. Это те вещества, которые есть во фруктах, только в спелых, которые созревают именно на дереве, на кусту. И у нас таких фруктов, к сожалению, нету на Урале, по крайней мере, и вот Сибирь, Дальний Восток, нет таких уже. Туда привозят зеленые, срывают, пока везут, там дозревают. И, соответственно, вот биофлавоноиды – это природные, очень мощные антиоксиданты, защита от онкологии, защита иммунной системы, да, и очень важно вот сейчас в условиях вот этой вирусной нагрузки повышенной укреплять иммунитет не только, когда заболел, и пить интенсивно горячую кружку, да, грубо говоря, но и укреплять ежедневно, поддерживать иммунитет, то есть чтобы не разболеться, чтобы был хороший, крепкий иммунный ответ. И все это благодаря вот этому мощному комплексу. Зель – это клетка, Шульц – это защита. Вкусный апельсиновый продукт, который можно смешивать и с детскими витаминами Junior, и с Basic, и туда добавлять омегу и коэнзим. Может быть, у наших слушателей сейчас возникает вопрос, а как это все пить? Да это все можно сделать в один коктейль, добавить разные ингредиенты, получается наивкуснейший напиток, а Зель-Шульц придает этому напитку такой приятный апельсиновый оттенок. Но самое главное, что это мощно работающий продукт. Вот это самое главное, что по составу вроде бы ну, витамин А, С, Е, биофлавоноиды и селен. Но на самом деле этот продукт сейчас за последние несколько месяцев настолько хорошо себя зарекомендовал, и люди просто благодарны, что в их жизни есть Фитлайн, потому что защита, поддержка иммунитета в условиях этого зверского вируса, она за счет Зайшульца сегодня просто колоссальная. Марина? Добавлю просто одно. При аутоиммунных заболеваниях, когда наша медицина не знает, что делать, ну, то есть это как бы поддерживаются, да, уже пациенты с такими видами диагнозов, и подключается гормональная терапия, то вот цель Шульц, не являясь лекарством, помогая регулировать и редактировать работу иммунной системы, очень круто себя проявил при аутоиммунных тиреоидитах, при бронхиальных астмах, при ревматоидных полиартритах и других разных заболеваниях именно аутоиммунного формата. И у нас отзыв, например, когда я к оптимальному сету омега-Q10 своей мамочке добавила Цельшуц, она выровнялась, и мы сошли с нестероидных противовоспалительных, с гормональных препаратов, и ее показатели по цереактивному белку, там креатинин, мочевина, все эти показатели, биохимия крови настолько улучшилась, что она уже год живет практически без медикаментов, имея в 70 лет целый букет приобретенных заболеваний. И вот замечательный волшебный дедринг, 5 степеней защиты, это наша детоксикация, которую лучше принимать раз в 3 месяца, вот просто 14 дней раз в 3 месяца, делаем генеральную уборку в организме, но также точечно можно принимать при любом виде отравления, при гипертонии, когда высокая температура, когда может подниматься ацетон, когда может быть судорожный синдром, например, или просто даже здесь за счет того, что здесь очень много природных таких антибиотиков и противовоспалительных растений, этот дедринг является очень мощным таким, знаете, катализатором в плане борьбы с инфекцией и токсинами. И 5 степеней очистки, то есть и чистит лимфу, это мощное фунгицидное противогрибковое средство, также чистит печень, вот вы видите в составе, артишок, расторопша, здесь есть холин, также лимфа чистится, да, куркума, дикий чеснок, имбирь, черемша, и есть то, что чистит кровь, это сок крапивы, спирулина, хлорелла. И то, что чистит нас от избыточных гормонов, это крестоцветные брокколи, порошок брокколи.
Конечно, здесь есть пищевые волокна, очень много витаминов и минералы, которые улучшают углеводный обмен, потому что когда мы чистим, мы многое выводим. Здесь есть хром, который улучшит углеводный обмен. Здесь селен, который позволит правильным клеточкам размножаться, а неправильным самоуничтожиться, запуская апоптоз. Почему это еще онкопротекторное средство? И есть, конечно же, цинк противовирусный, потому что когда мы запускаем очистку, мы, знаете, всколыхиваем то, что где-то уже залегло надолго и собиралось нас уничтожить. Мы это все начинаем выводить, и поэтому цинк – мощная противовирусная защита и также запускает работу ферментов и гормонов. И есть молибден – антипаразитарный такой интересный ингредиент, который перекрывает дыхательную систему паразиту, и этот паразит, открепляясь, выходит. И даже добавили пектин, клетчатку, которая будет заживлять слизистую там, где, например, эти паразиты уже ушли, и если была какая-то раневая поверхность, то все это очень быстро затягивается. Поэтому я обожаю этот дедрин. Единственное, что у кого камни в желчном или в почках, нельзя пить сразу по целому пакетику, можно по третьей, по четвертой части потихонечку начинать. И еще такой важный момент. Он очень нужен людям, которые проходят химиотерапию. Между химиотерапиями обязательно, чтобы убрать продукты распада, чтобы вывести, чтобы человек не получал уже вторичную интоксикацию от самого лечения. Ну и, конечно, ее величество куркума, природный антибиотик. Ну, можно долго рассказывать. Я думаю, что многие уже захотели его попробовать. Это самый вкусный, самый простой детокс, которые я вообще в жизни встречала. И самый эффективный. И очень эффективный, да. И очень эффективный. Интоксикация снимается в считанные минуты. И неважно, какая это интоксикация, там алкогольная или питание, или какие-то химические вещества. К сожалению, мир такой непредсказуемый, никогда не знаешь, где можешь что-то вдохнуть или с чем-то соприкоснуться. Вот, но данный продукт должен быть всегда у вас с собой в сумочке. Это маленький 6-граммовый пакетик, который реально спасает жизни. Маша, твой любимый йогурт. Еще один шикарный продукт. Да, мой любимый йогурт, шикарный продукт. Имеет 4 разных штамма бактерий. Здесь у нас бифидобактерии, лактобактерии, молочно-кислый стрептококк. И когда моя сестра, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук по гастроэнтерологии, увидела такой состав, сказала: Маша, это круто. Они так грамотно создали этот био-йогурт, который не просто очень вкусный, и дети обожают, ну и взрослые тоже. Вот. И он еще очень полезный для восстановления нашей микрофлоры. Плюс здесь входит состав болгарская палочка, которая подавляет рост патогенной микрофлоры. Вот. И здесь получается до 100 миллионов культур, да, содержится в этом йогурте, ну, как бы на одну порцию, соответственно, получается очень мощный такой пробиотический эффект. Плюс здесь комплекс аюрведических трав, мы опять о нем говорим, для усиления действия тех ингредиентов, которые входят. Инулин, обогащенный белком, порошок сыворотки, ниацин, витамины, да, сюда входят. Соответственно, вот этот шикарный био-йогурт можно, ведь не нужно думать, что добавки – это как, ну, как волшебная палочка для какого-либо лечения. Ну, это, извините, но большинство людей так думает. А как раз ученые компании Premium создали базовые продукты, которые комфортно применять. Йогурт каждый день как потребление и получать все, что нужно для организма. Я сразу скажу, что в магазинах йогуртах этого нет. При тех сроках хранения, которые указаны на упаковках, к сожалению, это все пропитано химическими веществами, и, соответственно, это не есть польза для здоровья. Вот. Поэтому мои дети всегда ходили, как бы, говорят: мама, давай купим йогурт. Я говорю: ну как платить деньги за то, чтобы я химические вам вещества давала? Я говорю: я не понимаю, зачем. Здесь, когда я увидела, что есть в компании такой био-йогурт, и мы его взяли, и дети его с таким удовольствием едят, я поняла, что мы нашли, что искали. Но самое главное ведь еще это ценность, польза, которую несет продукт. А польза здесь очень большая. Сейчас очень многие люди сталкиваются с большим количеством антибиотиков по жизни. Из года в год, снова и снова. Детки очень много сейчас залечены просто антибиотиками. И
микрофлору мы не восстанавливаем. За счет этого идет в агрессию грибковая инфекция, за счет этого снижается резко иммунитет. Поэтому, пожалуйста, просто используйте на повседневной основе вкуснейший био-йогурт, который вам восполнит дефицит тех бактерий. Вернее, как они не восполняют дефицит, они, эти бактерии, временно берут на себя функцию тех бактерий, которые должны работать, а свои собственные, да, в это время оживают. И как раз вот комплекс, когда утренний базовый сет, в том числе Basics с бактерией Reuteri, которые только в грудном молочке содержатся, вот, и мы еще используем йогурт, мы позволяем восполнить все пробелы, которые есть у нас по микрофлоре. А микрофлора — это не только работа кишечника, это и здоровое горло, отсутствие всяких таких проблем, как ангины, тонзиллиты и так далее, да. Микрофлора — это и хорошая, ну, как бы здоровая гинекология, то есть это проблемы сейчас тоже очень актуальны. Микрофлора — это наше все, потому что мы живем с микроорганизмами в очень плотном контакте. Как раз био-йогурт позволяет нам восполнить, восстановить, компенсировать то, что не хватало, да, и, ну, вот именно по бактериям, и тем самым быть защищенными и, ну, как еще сказать, защищенными, да, от той агрессивной патогенной микрофлоры. Марина? Да, я в восторге от йогурта. Он всегда у нас есть. И мы уже делаем по 2 литра йогурта в день, потому что семья большая, и можно его и с цельшутцем добавлять, и можно с ягодками. Это такой здоровый, полезный перекус. И от научного совета мы получали тоже такие рекомендации, у кого онкология кишечника, вообще вот йогурт идет как основное питание, то есть даже идет мощный оздоровительный эффект. Хочу рассказать о моногене. Его создали очень удивительным способом. У него есть предыстория. У владельца компании Рольфа Зорга есть отец, и у отца обнаружены были бляшки, атеросклеротические бляшки. И вот Рольф Зорг созвал ученых и сказал: у нас есть прекрасный детокс, у нас есть и оптимальные масла, и все остальное, у нас есть даже от избыточного холестеринчика уже продукты, но у нас нет ничего от бляшек. Вы знаете, эти бляшки, когда хирурги оперируют сосуды, то по этим бляшкам скальпель звучит как по металлу просто. Они действительно имеют такую плотность, которую, к сожалению, уже измененный организм, вот именно организм, который направлен, уже стареющий организм, он не может эту бляшечку атеросклеротическую уже сам убрать. Но есть такой принцип: как пришло, так и ушло. Восстановив эндотелий, восстановив реологию крови, добавив антиоксиданты, то есть вот есть этот оксид азота, это тоже Нобелевская премия, и вот компания PM International разработала моноген, который повышает количество оксида азота в нашем организме. Вы видите в составе эль-аргинин, эль-цитрулин, мощные аминокислоты, которые нужны для иммунной даже системы, фолиевая кислота, для сердечно-сосудистой, экстракт амаранта, сфален, мощное вещество, мощный антиоксидант, витамин В6, В12, экстракт виноградных косточек и яблочного пектина тоже. И вот это профилактика варикоза, профилактика геморроидальных, ну, образований геморроя там, или тоже, ну, для восстановления сетчатки, то есть не являясь лекарством, данный продукт является очень мощным профилактическим и оздоровительным средством. Поэтому я благодарю компанию, я вижу, у меня исчез, например, внутренний варикоз на яичниках, у меня начали исчезать венки на сосудах. Я знаю, что у Машиной доченьки тоже уже начали сосудики прятаться. У нас очень-очень много отзывов, и вот моноген работает так быстро, что я вам рекомендую обязательно до приема продукта прямо сфотографируйте проблемную сеточку вот эту сосудиков, потому что считанные недели вы увидите уже позитивные изменения. Маша, хочешь что-то добавить? Или пойдем дальше? Да, хочу именно в разрезе современных проблем, которые нагрянули на наш мир, да, вот, проблема сейчас не просто ковидной инфекции, но и осложнений в виде тромбозов, которые бывают. Поэтому, включая в, если у человека есть, ну, или предпосылки к осложнениям, или как бы уже выражены какие-то осложнения в этой сфере, да, на сердечно-сосудистую систему, то моноген — это тот продукт, который позволит поддержать здоровье и сосудов, и реологию крови, тем самым минимизировать опасные риски, так это назовем. Поэтому я очень рада, что моноген есть в нашей семье.
вот, и что мы его используем, и что это возможность не просто поддержать здоровье сосудов, это возможность поддержать здоровье в целом. Пойдем к следующему слайду. Это гель-инфит, продукт, специальный продукт для суставов. Мы уже сказали, да, у нас есть разные. Хорошо. Хотела просто сказать, что применяя моноген, мы можем ускорить восстановление суставов тоже. Ну, то есть это же транспортное, наши сосуды, это транспортники, которые помогают нам все наши отделы. У кого там спинномозговые грыжи, артрозы, артриты, кроме вот того, о чем сейчас Маша расскажет, надо обязательно еще добавить моноген. Маша? Мы говорим о продукте для суставов, это гель-инфит. В составе глюкозамин, хондроитин, но также сюда добавили витамин С, который необходим для сосудов, да, вот то, что ты сейчас как раз сказала, транспорт веществ через сосуды, он нам необходим, и как раз гель-инфит содержит вещества, которые также помогают не только суставам, но и сосудам. Ну вот, медь, цинк, аюрведические травы. И в самом начале нашей лекции мы говорили про куркумин, который имеет биодоступность в 45 раз выше за счет технологии NTC, за счет вот этой уникальнейшей технологии с биодоступностью 98-99%. Тем самым вот эти вещества, глюкозамин, хондроитин, они проникают в клетку и получают люди эффект. Вы, если вы обращали внимание на то, сколько препаратов сегодня на прилавках аптек, которые содержат глюкозамин, хондроитин, но при этом сколько людей мучаются, реально мучаются с проблемой с суставами. Поэтому используйте гель-инфит, и вы увидите эффективность этого продукта, как его рекомендует использовать научный медицинский совет. Естественно, на фоне базовой программы, потому что нужно использовать вот этот жизненный тонус, да, о котором мы говорили, чтобы максимально повысить эффективность использования любого продукта. Вот. Принимается по 2 чайных ложечки, ну или мерных ложечки у нас в наборах, когда вы, ну, как бы подключаетесь, покупаете себе продукт, у вас есть возможность получить еще там в наборе идут мерные ложечки специальные. Так вот, 2 мерных ложечки 2 раза в день на протяжении 2 месяцев. А в дальнейшем используется до полгода постоянно по 1 мерной ложечке 2 раза в день. Это рекомендация доктора Тобиаса Кьюна, который является главой научно-медицинского совета компании. Почему так длительно? Потому что хрящевая ткань, она, во-первых, не настолько интенсивно кровоснабжается, ее процесс регенерации – это минимум 3-4 месяца. И если мы хотим достигнуть стойкого эффекта, то есть не только снятие болевого синдрома, да, такое тоже наблюдается, потому что когда мы включаем эффективные хондропротекторы, то болевой синдром уходит. Но именно восстановление хрящевой ткани – то нужно применять длительно, минимум 3-4 месяца, но вот по рекомендациям научно-медицинского совета до 6 месяцев. И в дальнейшем делать профилактические курсы, понимаете? Если суставы – это ваше слабое звено, то имейте в виду, что оно будет и первым страдать и при нарушении там, нехватки кислорода, нехватки питательных веществ. То есть слабое звено всегда выстреливает первым. Поэтому особенно для спортсменов, у которых есть повышенная нагрузка, будь то пловцы, у которых нагрузка на плечевой пояс, будь то волейбол, баскетбол, футбол, то есть любые виды спорта, в которых идет повышенная нагрузка, обязательно даже детям можете давать для профилактики, потому что, к сожалению, ну, в меньших дозировках, но, к сожалению, дети уже к 18-20 годам, которые занимаются профессионально спортом, вот, имеют повышенную нагрузку, имеют проблемы с суставами. Об этом нужно задумываться сейчас с родителям. Вот. И на слайде вы еще видите специальный продукт, называется Active Gel. Это наша палочка-выручалочка в семье. Вот Святослав получил шишак. Ну, дети есть дети. Через 20 часов уже следа не было, потому что продукт этот работает. Это наружный гель для снятия воспаления, для снятия вот этих вот гематом, для рассасывания гематом. И я, собственно говоря, проверяла, как же работает продукт с этим гелем. Я увидела, что продукт очень эффективно вот, помогает. Вот внизу фотография нашей младшей дочери. Тоже получила шишак, и вот, соответственно, через 20 часов даже уже не было следов. Таких эффективных препаратов в аптеке я не встречала никогда. Эта технология NTC обеспечивает вот такое глубокое, быстрое, мгновенное проникновение с высокой эффективностью, назовем это так. И у нас уже есть наблюдение у спортсменов по этому продукту,
когда спортсмены игровых видов спорта говорят о повышенной нагрузке, о болевом синдроме там, в коленях, да, и, ну, в частности, в коленях, то использовали прямо с физиолечением, да, и за один день врач был сам удивлен, врач этой команды спортивной, что он был удивлен, что а как так может быть? Такой быстрый эффект, обезболивающий, восстанавливающий, и спортсмен вернулся в игру. То есть, конечно, такой эффект впечатляет. Если еще немножко добавить про Геленфит, про сам продукт, который применяется вовнутрь, то по вкусу, честно скажу, вот мы говорим, что наши продукты вкусные. По вкусу Геленфит не айс, не очень, да? Но его оптимально сочетать либо с Ресторейтом, либо с Зайшульцем. Тогда получается очень вкусно и увеличивается эффективность, потому что Ресторейт – это кальций, магний, цинк, селен, да, то есть, ну, цинк. Вот, соответственно, здесь у нас повышается эффективность за счет включения микроэлементов и ощелачивания организма. Вот, поэтому, если проблемы с суставами, это Геленфит. Следующий слайд, Марин. Про шейп Амина. Ой, про шейп все в одном. Меня не слышно? Слышно, слышно, Машенька, замечательно слышно. Про шейп все в одном. Хочу вам сказать, что есть очень большой спектр этих про шейпов, но что мне очень нравится, это такой перекус, полезный перекус, где есть все. Здесь огромный спектр. Это как заменитель пищи, можно использовать тем, кто хочет похудеть. Но если его вместо еды, если после еды использовать, то для тех, кто хочет поправиться. И вот про шейп все в одном, там действительно нет никакого глютена, там вот полностью натуральный источник, он полностью и очень подходит вегетарианцам. И в данном про шейпе есть все спектр витаминов, минералов, есть вот именно жиросжигающие компоненты, зеленый кофе в зернах и зеленый мате. И есть также клетчатка, есть камеди, пектин, то есть это очень полезно, это очень вкусно. У меня этот прошейп обожают дети, они добавляют его и в йогурт, и могут так с молочком выпить. И я лично в восторге от того, как компания подходит к тому, чтобы, ну, скажем так, ублажить любого клиента, потому что данные прошейпы, они здесь в мире есть, и там и лесная ягода, и кокосовая, и вот вы видите, тоже тут корица, и шоколад, и ваниль. Но я, вы знаете, перепробовала все, все они очень вкусные. Машенька, добавь, пожалуйста, ты, пойдем дальше. Да, здесь очень сбалансированный комплекс и белка, и витаминов, и аюрведических трав, которые нормализуют обменные процессы. Что еще можно добавить за 2 месяца минус 6 килограмм? Поэтому меня очень это радует. Вот, самое главное, что это вкусно и полезно, потому что еда должна быть полезной. Да? Мы то, что мы едим, и то, что мы усваиваем, этот продукт усваивается очень хорошо. То есть здесь белки тоже у нас водорастворимые за счет технологии NTC. И вот следующий продукт, он тоже связан, Маша, с белком, да, это аминокислоты. Машенька, ты меня слышишь, про шейп. Маша, я хотела просто сказать, просто да. Вкусно, да, полезно, просто вкусно, полезно, очень эффективно, и у нас есть даже отзывы, как на прошейпе одна женщина за 1.5 года сбросила 45 килограмм, 45 килограмм, просто заменяла 1-2 приема пищи, вот именно этим коктейльчиком. В нашей команде есть отзыв, молодой парень, 26 лет, сбросил 30 килограмм благодаря вот продукции Fitline за год, благодаря прошейпам. И он не мог этого достичь результата 5 лет никакими форматами, никакими диетами и физическими нагрузками. Машенька, расскажи, пожалуйста, про шейп Амина. Восемь незаменимых аминокислот, которые входят в состав ProShape. И самое главное, что отмечают специалисты, которые, ну, не просто так, мы взяли белок, который стоит подешевле, а специалисты, которые реально понимают, что белок – это может быть как благо, так и опасность, да, для организма. Говорят, что ключевое в составе ProShape – это то, что здесь L-формы. То есть L – это левовращающие природные формы, потому что D-формы аминокислот, они… Ну, знаете, из разряда мы
одно, ну, как бы, одно лечим, другое калечим, да, то есть белок, понятно, что это не вообще, конечно, не лечение, но это из этой оперы, и, к сожалению, люди, которые применяют синтетические аминокислоты, в очень молодом возрасте сталкиваются с проблемами почек. Ну, я слышала много отзывов таких спортсменов, которые со слезами на глазах говорят, мы понимали, ну, как бы мы не знали просто этой информации, мы принимали белок, который стоит в спортивных магазинах, и, к сожалению, сегодня мы остались без почки, мы живем на гемодиализе, и в 35 лет это люди, которые просто инвалиды. Вот. Поэтому очень важно не просто купить белок там, за 2000 рублей, грубо говоря, да, но купить аминокислоты, которые будут давать пользу для вашего организма. И вот про Shape – это как раз аминокислоты, которые восстанавливают недостающее нам звено незаменимых аминокислот и, соответственно, помогают восполнить вообще дефицит белка. Белок – это 2000 жизненно важных функций в организме. Это и иммунная система, это и система кроветворения, это и гормональные молекулы, тоже белковые, это и мышечная масса, да, то есть, соответственно, вот. И белок – это питание ребенка. Вот у Марины, ее дочка уже использовала прошейп для как кормящая мама, да, чтобы улучшить лактацию, в том числе и когда это продукт натуральный. Еще раз повторюсь, здесь 100% натуральные продукты. Об этом заявляет сама компания. Безопасные гарантии для нас, в этом есть лаборатория Тюфсюд. Вот, то использовать прошейп – это одно удовольствие, потому что это аминокислоты, которые нам дают действительно восполнение того дефицита белка, который сейчас есть. Ведь белковое голодание – это одно из базовых Одна из базовых проблем 21 века. Мы едим колбасу, ну, не мы едим колбасу, я говорю, люди едят, человечество ест, да, там тоже мясо, да, которое напичкано антибиотиками и синтетическими веществами, те же сосиски и так далее, и думает, что ест белок. Там белка-то практически нету, вот, потому что, ну, возьмем простой пример, да, те же колбасы, сосиски, если мы их просто перекипятим, нагреем, то они увеличиваются в объеме. Это говорит о том, что там крахмал, который разбухает. Если мы возьмем настоящие белки, то, ну, например, яйцо сварим, да, или кусочек отварного мяса сделаем, то мясо в объеме уменьшается. Поэтому проблема современного человечества – это нехватка полноценного белка. И вот прошейп амина восполняет этот дефицит, применяется от 6... Машенька, у тебя звук исчез. Да-да. Это, да, был входящий, я отклонила. Применяется от 2 до 6 капсул в день, но мы знаем случаи, когда люди, которые профессионально занимаются спортом, используют около 50 капсул в день. Это, ну, у кого очень большая мышечная масса, работают на это. Поэтому здесь дозировка, ну, как бы подбирается индивидуально, и ограничений нет. Это уже по собственным внутренним таким ощущениям и тем видам спорта, если вы профессионально занимаетесь спортом, подбираете уже себе необходимую дозу аминокислот, чтобы у вас была истинная мышечная масса. Ведь проблема и красота не только в мышцах, да, а ведь у нас сердце тоже мышечная ткань. А ведь сердце – это как раз тот орган, который работает 24 часа в сутки на износ. И вот пожилым людям аминокислот тоже очень важно включать в рацион питания, потому что аминокислоты – это база здорового сердца. Это не дистрофия, которая, к сожалению, возвращается, вернее, на сегодня очень часто встречается среди пожилых людей. Это как раз защита, чтобы наше сердце не превратилось в такую, знаете, изношенную тряпочку, а чтобы оно могло работать и полноценно, и как раз мы говорим об активном долголетии. Именно поэтому про шейп амина я каждый месяц передаю нашим родителям. Они пьют по 3 капсулки в день. Но я хочу порекомендовать такой полезный лайфхак. Если у вас, например, бессонница, или если вы хотите за короткое время выспаться, 3 капсулки прошейп амина вместе с вечерним ресторейт. И вы будете видеть, как за 3-4 часа вы выспитесь, как будто бы вы спали 15 часов. Фитнес-дринк – это продукт, который обожает мой супруг. Он 45 лет на радостях от этих за год применения Fitline, на радостях от того, что перестали болеть колени, что начал чувствовать себя намного энергичнее, сейчас даже начал бегать. И очень здорово этот фитнес-дринк, и перед тренировочкой, и во время очень хорошо оценили его спортсмены,
велосипедисты, которые бутылочку себе заливают, там обычно разные напитки, но вот фитнес-дринк дает очень хорошую выносливость, это очень хороший такой изотоник, это продукт, который восполняет, потому что во время тренировки идет потеря влаги, ну, то есть идет обычное естественное потение, и очень много теряется микроэлементов, и вот фитнес-дринк пополняет эти микроэлементы, и он вот именно готовит организм, да, к мышечной нагрузке, дает энергию во время, препятствует обезвоживанию, потери минералов, и после для регенерации именно мышц и восстановления запасов гликогена. И, конечно же, здесь низкий гликемический уровень, то есть это очень безопасно, в отличие от других спортивных напитков. И вот именно, чтобы сохранилась изотоничность, один пакетик на 500 миллилитров. Машенька? Да, давай представим следующий наш продукт. Это Fresh. Fresh – это очень мощный дезодорант изнутри, который основан на комплексе масел. Здесь масло кокоса, масло мяты перечной, пальмовых косточек, тимьяна, плюс содержит ментол и также витамин Е и витамин D. Вот. Fresh, он создан как дезодорант изнутри, чтобы у людей было свежее дыхание, чтобы не нужно было пользоваться дезодорантами. Немножко поясню такую вещь. У нас есть самая мощная наша система организма по объему жидкости, которая содержится в ней, это лимфосистема. То есть кровь у нас, это кровеносная система, 4-5 литров жидкости, да, вот, немножко в моча, немножко желудочный сок, а остальные 70% жидкости организма, то, что в межклеточных тканях, это лимфа. И лимфа в норме очищается через кишечник. Вот вы сейчас задумайтесь, то, с чего мы начинали, что Basic – это базовый продукт для очищения, восстановления работы желудочно-кишечного тракта. Современный человек, имея проблемы с ЖКТ, начинает, ну, как бы, организм работать немножко по-другому. А что это значит? Что лимфа начинает чиститься через дополнительные шлюзы. В том числе это наше дыхание, да, то есть через бронхолегочную систему, кашель, выведение мокроты, слизи. Это очистка грязной лимфы. Вместо того, чтобы кишечник очищал, кишечник не справляется, там бактерии там нарушена ферментация, там нарушены все процессы. Начинается через верхние дыхательные пути. Плюс идет наши потовые железы, пот, да, который сейчас очень многие люди имеют такой зловонный запах. Что сделало современное человечество? Решило проблему на раз, два, три. Сделало дезодоранты, сделало различные продукты, которые освежают дыхание. Но что это по сути? По сути, это маскировочный процесс с одной стороны, но с другой стороны еще очень опасно, потому что мы, если пользуемся дезодорантами, то мы блокируем выведение токсинов из организма, и они остаются в нашем организме внутри. Так вот, Fresh – это дезодорант изнутри, это очищение лимфосистемы, восстановление правильного тока лимфы вот за счет такого натурального комплекса веществ. Плюс это природный антибиотик, антимикробный эффект, антисептический эффект, оказывает противовоспалительный эффект. И, соответственно, я для себя открыла Fresh, когда у меня заболело горло, я использовала одну горошинку, рассосала ее. Для меня это очень термоядерный вкус. Есть люди, которые нормально ее рассасывают, есть люди, которым нужно несколько раз достать горошину, положить на блюдечко и потом использовать еще раз. Просто физически ты не выдерживаешь тот интенсивный выход масел, да, и можно ее горошинку использовать вот так вот несколько раз. Был вопрос, сколько вообще можно Fresh использовать. Если вы здоровы, если вы себя чувствуете хорошо, одна фрешенка в день, одна горошинка – это оптимально. Если вы приболели, чувствуете недомогание, боль в горле, какие-то катаральные явления пошли, 3-4-5 горошин в день вы можете смело рассасывать Fresh. Вот. Но единственное, вот для тех, кто слушает нашу лекцию, это ограниченная партия. Ее привозят в страну, да, какое-то время есть, потом какое-то время нет продукта в стране, чтобы вас это не удивляло. Так у компании запланировано, чтобы как есть, так есть. Вот.
как долго, спрашивают, нас можно применять фреш? Да всю жизнь его можно применять, понимаете? Лучше применять фреш всю жизнь, чем пользоваться дезодорантами. Я, кстати, не пользуюсь дезодорантом уже на протяжении 5 лет. Поэтому ну, я все время стараюсь делать очистку организма хотя бы 2 раза в год. И вот с помощью этого дедринка, кстати, да, я нашла эффективную очистку для себя. Почему не пользуюсь дезодорантом? Потому что нету в этом потребности. Когда организм очищается через физиологичные пути, через нормальный здоровый кишечник, то от вас запаха пота нету, понимаете? Вот, это по поводу фреш. Если болит горло, если нужно свежее дыхание, если хотите восстановить организм от верхние дыхательные пути, то это вам фреш. Марина? Фреш всегда есть в моей сумочке, и я вам хочу сказать, что он помогает, допустим, убрать, если у кого-то есть проблемы с укачиванием, мгновенно, в считанные секунды исчезает это ощущение тошноты. Он очень хорошо, быстро снимает, то есть если вдруг есть заложенность носоглотки, то есть риниты всевозможные, фреш очень быстро помогает и разжижению мокроты, и выведению, особенно если эту фрешинку вот просто подержать во рту до размягчения, а потом проглотить, запив растворчиком с цельшуцем. Но хочу просто предупредить многих людей, кто начинает принимать продукт, вы можете столкнуться с программами очистки, вы можете столкнуться с разными обострениями. Даже если бы вы поехали просто в санаторий без Фитлайн, вы все равно бы проходили эти обострения. То есть организму нужно вывести все то, что было накоплено, все то, что приводило к болезням. Поэтому, чтобы не было дискомфортов в спорте, и в учебе, и в отношениях, все идет поэтапно. Мы начинаем в именно приеме вот таких оздоровительных программ, если у вас уже есть целый блок хронических заболеваний, с маленьких доз, с микродоз, 1/6 от рекомендованной суточной дозы, 1/3, много пьем водички и наблюдаем. Если хорошо себя чувствуете и уже получаете результаты, можете оставить на этих маленьких дозах дозировочки и повышать только по мере необходимости. А если вы видите какие-то обострения, вы можете на 3-4 дня уменьшить или отложить прием продукта, а потом начать опять же с маленьких доз. Это не говорит о том, что продукт там опасен или токсичен, в нем нет ничего токсичного или опасного. Это говорит просто о том, что организм уже накопил очень много всего, и лучше какое-то время перетерпеть вот эту очистку, чем потом не дожить свою жизнь из-за того, что уже там накоплено и готово было уничтожить нас. Рекомендация от компании, не зря в Activize положили маленькую ложечку, 2-граммовую, и компания рекомендует начинать с 1 ложечки, можно начинать даже с 0,5 ложечки. И если вдруг у вас дали о себе знать почки, или, может быть, чуть-чуть попрыгало давление или уровень глюкозы. Опять же, это выведение из клеточек и межклеточного пространства в кровь для того, чтобы кровь могла отфильтровать и выбросить организм, это все мог. Если вдруг есть высыпания какие-то на коже, не пугаться, просто поблагодарить компанию за то, что она пришла помочь вам пить больше водички и обязательно продолжать. На фоне бейсика первое время или там дедринка может быть эффект диареи, это опять же перенастройка нашего ЖКТ, могут быть какие-то дискомфорты, не пугаться, у меня у 7-летней дочери на фоне джуниор болел животик, немножко подташнивало, буквально первые 3-5 дней я продолжила прием продукта, и на 7-й где-то день вышла вместе с Калом паразитарная инвазия, там есть люди, которые просто присылают фото, видео. Мы не стали включать это все в слайды, презентации. Это не каждому приятно видеть. Но я хочу вам сказать, что данный продукт очень хорошо очищает. Поэтому не бойтесь обострений. Начинайте с маленьких доз, постепенно увеличивая. И если вдруг есть какие-то целые букеты заболеваний, всегда можно написать в научный совет компании, получить рекомендации, может быть, отредактированные какие-то программки, потому что данный продукт не лекарство, это лаборатория здоровья на дому для того, чтобы покрыть дефициты и разрулить все то, что уже накопили. Машенька, что-то хочешь добавить?
Я хочу добавить, что в компании есть две замечательных новинки, которые идут в ногу со временем. Это продукт IB5, продукт, который создан для защиты нас от вирусов. Применяется он перорально, три пшика в рот, и вы гарантированно защищены на 5-6 часов. Здесь тоже только натуральные составы. По современным данным, биодоступность этого продукта 100%. Но есть отдельная лекция по каждому продукту, поэтому мы сейчас не будем углубляться, но это новейшая технология, то, что уже создан продукт вот по потребности 21 века, когда люди вынуждены перемещаться в условиях вирусной агрессии, и чтобы защитить свой организм изнутри, такая своеобразная маска защиты изнутри и укрепление иммунитета изнутри. А у нас есть продукт IB5 на основе имбиря, тимьяна, мяты, винограда, гвоздики, бета-глюкана из дрожжей. Вот эта тема вообще настолько интересна, но об этом мы отдельно в одной из последующих лекций. Вот, поэтому это сила именно природных ингредиентов, натуральных. Еще раз повторюсь, никакой химии, а это значит безопасно для печени, для почек. То, от чего страдают люди при использовании лекарственных препаратов. И последний продукт, который мы вам представляем, это G-Generation 50+. Вот она, коробочка, как это выглядит. Это очень просто применить. Но у нас уже это есть в доступе. В России проходит сертификация. По многих странах мира уже есть продажи. Это с красным женьшенем. В сухом, также так, ну, в мицеллированном формате. Омега, Q10, лютеин и изофлавон. Это для 50+ возраста. Но я вам хочу сказать, исходя из современных тенденций старения, 35+ спокойно можно уже применять для того, чтобы омолодить свой гормональный фон, сохранить зрение, сохранить суставы, сосуды, давление и, конечно же, энергию. И вот сам по себе женьшень, красный женьшень, это мощнейший продукт, который препятствует депрессиям, то есть предотвращает депрессии, онкологии и преждевременное старение. Для нашего такого простого уже применения, то есть вы берете в свой Activize Basic, добавляете Generation 50+, размешали, добавили водички и все. И в ваших руках уже 95% здоровья. Ну что ж, спасибо всем за внимание. Я просто хочу в завершение сказать, что у компании очень грамотный, мудрый подход и спокойно применяют спортсмены уже больше 20 лет в профессиональном спорте. Тысячи чемпионов мира пользуются данной продукцией. И дают свои отзывы, компания не платит им за отзывы, компания может предоставить для пробы на 3 месяца просто оптимальный сет, если это титулованный спортсмен. И спортсмен уже сам делится своими наблюдениями, повышается стрессоустойчивость физическая, тоже повышается как бы и количество энергии, и вот именно нет износа. И очень хорошо, что этот продукт настолько безопасен, что его можно применять даже во время Олимпийских игр, не рискуя совершенно своей спортивной карьерой. И вот что мне очень тоже понравилось, что уровень продукции настолько высок, что данную продукцию 16 лет кушает семья японского императора. И подарили даже тарелочку. Эта тарелочка хранится уже в офисе Рольфа Зорга, сейчас в Люксембурге, но мы были в Шпайере, в Германии, успели ее увидеть, фотографировать. И когда первые лица государства что-то кушают на регулярной основе, поверьте, там целый просто консилиум, там есть дополнительные проверки и вердикт многих врачей, что это действительно можно, что это действительно безопасно. Целые лаборатории дополнительно все это проверяют. И принц из этой семьи прилетал на 25-летие компании и давал свой отзыв со сцены. То есть это люди, у которых есть все, и деньги, и слава, и почет. И это люди чести, которые точно не будут ради какого-то там гонорара или просто по дружбе что-то рассказывать. И действительно, семья японского императора в восторге и 16 лет кушает данную продукцию. Машенька?
Мы благодарим всех за внимание, за то, что вы выслушали эту информацию, за то, что вы сегодня были с нами. Нам очень приятно. Делитесь этой лекцией с другими людьми. Запись будет обязательно, чтобы как можно больше людей узнавали информацию о Fitline и могли использовать в своей семье для здоровья своих близких. Марина, а я хочу лично поблагодарить тебя, что ты однажды рассказала мне об этой замечательной продукции, потому что сегодня я благодарю практически Бога каждый день за то, что Fitline есть в моей жизни, и здоровье моих близких под гарантированной защитой благодаря этому продукту. Вот сейчас расплачусь, потому что есть моменты, которые мы нелегко переживали в своей семье, и я знаю, что благодаря продукту Fitline сегодня все хорошо. Вот, и с нашими близкими, и с теми, кто нам дорог, и поэтому очень ценно нести эту информацию другим людям, чтобы как можно больше благодарных семей было в нашем окружении, и люди могли быть уверены, что здоровье в наших руках, и у нас есть шикарный продукт для сохранения, поддержания и даже восстановления здоровья в 21 веке. Спасибо. Самое интересное, Машенька, что об этом невозможно молчать. И наша десятилетняя дружба только расцветает благодаря вот таким замечательным отзывам и продуктам. Вы можете, уважаемые участники нашей встречи, заказать этот продукт. Обратитесь к тем людям, кто дал вам это видео. Они помогут вам получить доступ к бэк-офису, к онлайн-магазину, и вы сможете заказать. Есть очень хорошие акции, предложения, разные скидки. Есть возможность партнерского сотрудничества с компанией. В любой точке мира можно получить эту продукцию. В более чем 50 странах уже есть маленькие офисы представительства, и есть огромные офисы на всех континентах сейчас именно нашего земного шара. Компания за 27 лет покорила сердца миллионов людей, и то ли еще будет. Спасибо всем за то, что прослушали нашу встречу. Мы благодарим всех за участие и завершаем нашу лекцию. Надеюсь, были вам полезны.